Добрый день или вечер, дорогие друзья. С вами Грузин. Это я. И да, сейчас будет реакция на трек, который вы оставляли в комментариях. И благодаря вам я сейчас смотрю этот клип, исполнитель которого является Камияда, если я правильно читаю. И трек называется Killstrex, по-моему, да, вот так. Вот. Всего-то 9 тысяч просмотров. Но ничего страшного. Погнали, ребят. Надеюсь. Кстати, много лайков было под комментарием этого видео, так что... Посмотрим, что из себя представляет данный клип. А, эти блики прям по глазам. Какой-то молодой нигер, видимо, начинающий. Блин, с этими эффектами переборщили, конечно. Смотрится так себе, конечно. Ну, звучит неплохо, но смотреть такое удовольствие так себе. Ну и что, так и будет, да, я так полагаю? Нет, звучит довольно неплохо, но сняли, конечно. Если отречься от клипа, то звучит, ну, чисто по-нигерски, я вам так... Это не расизм, как бы, ничего, но подача есть. Я уже глаза устали, блин. Да. О. Ну чё, чувак, чё-то ты в натуре. Не знаю, кто там тебе клип делал. В следующий раз зови меня, я тебе такой клип сниму, что больше будет просмотров. Ох. Не знаю, ребят. Звучит неплохо, но сняли, конечно, да уж. Зачем вот, я не знаю, иногда вот с этими спецэффектами играются или им нравится это, короче, я не знаю, но... Порой лучше вообще без этих всяких эффектов снять просто, но со вкусом, и будет все ништяково, чем вот так вот перебарщивать с этими эффектами, бликами, сменами там эффектов и так далее. Короче, чувак нормально поет, но, братан, в следующий раз давай-ка без этих эффектов, а то уж... Серьезно. Так себе смотреть. Звучит неплохо, но я не скажу, что что-то прям я нихера себе крутого услышал. Ну, блин. Может, это из-за клипа вот такое впечатление осталось. Может, если бы я просто слушал бы трек, у меня бы как-то поадекватнее бы была реакция. Короче, нормальный челик. Все нормально у него будет, надеемся. И такая реакция. Сори, я на туре камень какой-то. А, вообще подстричься, блин. Ладно. Спасибо всем за просмотр. Счастья в ваши дома. И пальцах. Пальцев вверх вам. И мне тоже, надеюсь, за этот видос.